Всех рад видеть, дорогие друзья, на канале Автохакер. Кто еще не подписан, подпишитесь. На этом канале очень много полезной информации, автолайфхаков по ремонту автомобиля и многое другое. Значит, сегодня поговорим на такую тему — чек. Если высветился чек, как его убрать за несколько минут? Если у нас высвечивается на автомобиле чек, что мы делаем? Мы едем сразу в сервис, платим хорошие деньги, чтобы нам посмотрели, где эта ошибка, что именно не работает на автомобиле. За это с нас берут от 300 гривен. На рубли переводить — это где-то 1000 рублей. Да, такая процедура стоит. Напишите в комментарии, сколько вы платили, если вы сталкивались с такой проблемой. Так вот, у меня на автомобиле Dodge, у меня американец, частенько высвечивался чек. Все это было потому, что я установил на автомобиль газ, и где-то там что-то не контачили какие-то провода, вроде бы, да, и у меня постоянно засвечивался чек. На форумах я почитал, что эта проблема может быть различна. То есть где-то даже отошел проводок, какой-то шлейф поврежден, что-то не хватает автомобилю. Там где-то что-то отошло, там даже предохранитель может какой-то не работать. Все, будет высвечиваться чек. И каждый раз, то есть платить по 300 гривен, ну как-то нерезонно, да. Продается на Алиэкспрессе и где-то в автомагазинах такой приборчик ELM-327. Он такой синенький, блютузик. Вы его подключаете в разъем компьютеру, да, подключаете этот приборчик ELM-327 напрямую к телефону, у вас программка такая, и вы смотрите, какая ошибка. Вам выбивается непосредственно на телефон уже эта ошибка. Вы уже заходите в интернет самостоятельно и просматриваете, что за ошибка. Таким образом, вы уже точечно знаете, какая у вас ошибка на автомобиле. И тогда уже едете, разбираетесь то ли на сервис, то ли самостоятельно. Бывают такие случаи, что просто на мойке вам подвинули сидушку, там отошла фишечка, отошла от того, чтобы, знаете, бывают опытные водители отключают, не хотят, чтобы сидушка, чтобы не пристегиваться, или заглушки суют, или же просто отключают разъем, он находится под сиденьем, и таким образом не пищит у вас в автомобиле, что пристегнитесь. Так вот, на мойке читал на форумах, у мужика отсоединилась эта фишка, и постоянно у него чек высвечивался. Он не знал, ездил на сервис, платил постоянно деньги, ему там убирали эту ошибку, он опять ехал на мойку, и так продолжалось несколько раз, пока он не купил вот этот вот приборчик. Это никакая не реклама, просто действительно хороший прибор, потому что каждый раз ездить кому-то платить деньги, чтобы посмотрели, какая у вас ошибка, или убрать, если вы можете самостоятельно эту ошибку не только убрать, да, с телефона, но еще и обнулить полностью, чтобы не было других ошибок. И если же какая-то ошибка постоянно вам надоедает, светится чек, вы можете посмотреть, что за код, прогуглить, почитать, что это за ошибка, и самостоятельно эту ошибку устранить. Вот такое вот полезное видео, думаю, поможет оно и вам. С вами был Автохакер, до скорого, всем пока.